Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в приманочку на сервере Attractive SM. Не знаю, правильно я прочитал или нет. Короче, это зомби сервер, короче, зомби мод, я так понял. ZM это значит зомби мод или зомби... Не, ну да, зомби мод, скорее всего, это значит. На сервере пока что мало человек, пацаны. Я думаю, вы все понимаете, что это мод с Amazing ZM. Именно это тот самый мод. Потому что вроде бы как Amazing ZM закрылся, если что. Вроде бы как. Напишите, он закрылся или нет. Не надо там бомбить, что это мод типа Amazing. Я думаю, в этом ничего страшного нету. Потому что реально мод достойный. Реально мод просто достойный. Но здесь мало, конечно, людей. И здесь только что был мой фейк. А, вот фейк мой зашел. Так. 1-0 фейк. 1-0 фейк. Просто 1-0 фейк. Давайте так, погнали туда, короче. Я ссыл модпак, если что. Сейчас покажу вам, как это все делается. Или это свой, погоди. А, нет, это зомбак, сука. Конечно, я, блядь, стрелять не умею, блядь, ну похуй. Так, дядя, иди сюда, нахуй. Чё не пробивается, алё. Может, ты пробьешься, блядь? Ну реально, он не пробивается, увидели? Чувака забанили по причине фейк. Ну то нехуй мои фейки делал. Я сначала сделал ник Кирилл Путбуль. Ой, Кирилл Гейм, я потом ему говорю, ты долбоёб, я такой даже ник никогда не делаю. Он, походу, решил еще раз фейк сделать. Лимбо. Красава. Красава. Так, если что, IP, пацаны, будет и модпак в описании. Модпак вообще весит 20 мегабайт, блядь. 20, мать его, мегабайт. И все, заебись. Как на другую карту? Передай привет, Саша. Блядь, просто Саша, привет тебе, потому что, блин, ну такое. Я помню, когда ты на фаворит снимал. Ну, бывает что. Я тебе, кстати, писал. Так, ММВК. Так, давайте покажу вам, короче, вот статистика, номер аккаунта почему-то 0 пишется, наверное, пиздойти надо. Не Кирилл Футболь у меня, но могут быть фейки, если что. Класс стандарты, количество убийств 2, количество смертей 0, победы 0, предупреждений 0. Идем дальше. Команды сервера. Меню, это меню сервера, статистика игрока. В-кикс, голосование за кик игрока, VIP. Так, топ сервера, короче. Антидот для зомби. Антидот команда. Стена. Поставить стену. Техник. Временное бессмертие. ГМ. Берсеркер. Так. Момент. Временный момент убийства снайпер. Хорошо. Окей. Так. ММ здесь поставили. Так. Команды. Вопросы. Жалобы. Сменить класс. Менять класс можно только в начале раунда. Так, какая-то команда, вот и кикс. Вы не VIP, хорошо. Активировать промокод. Так, есть какие-то промокоды. Давайте спросим. Блин, ну прикольный сервак на самом деле, мне нравится. То, что он необычный, блин, он необычный, как бы сервак. Реально необычный. И мне вот это нравится. Так, погнали. Надо желтых, по идее, убивать. Погнали туда. Тогда. Вообще по кайфу. Пятый, когда серия? Сегодня. Сегодня будет серия. Так, вроде бы я вам все показал, что там можно было показать. Так, давайте погнали наверх. Есть тарелка еще. Походу, этот чувак на тарелке, да? Так. По нему попадаю вообще или нет? Привет, мне передай. Передал. Так, погнали. Да, снимаю. Да, я снимаю, если что. Так, погнали наверх, ебанем того чувака. Сейчас попробуем забраться туда как-то. А, стоп, это ж никак не забраться. А, не, можно вот сюда. А, вот он бежит, да? Ты он же ж? Погнали, мы пельмени стреляем. Так, погнали, погнали. Блин, ну прикольный режим, если бы людей здесь было много. Блин, возможно, можно будет здесь, кстати, постримить. Я думаю, это будет прикольно здесь постримить. Потому что мне Zen сервер нравился, я тоже там стримил, играл.
Но из-за того, что он был не очень популярен на моем канале, я, блядь, забил хуй. Потому что я не хотел, ну, снимать то и стримить то, что вам нравится. Но я думаю, если давайте наберется здесь, пацаны, 50 лайков, то я замучу здесь стрим. Реально замучу здесь стрим. А где этот петух? Алло. Где он? Сука. Он внизу? Или где он? Алло, стоп, он наверху. А, ву... Нет, он не он. Так, он, походу, это наверху. Погнали наверх тогда. Иван Си, привет тебе. Так, и Лимба, привет передаю. Так, это он где-то тут? Где эта зомбачка, блядь? Хуячка, блядь. Я его не вижу, где он? Он упал? Бля, ну, конечно, этот паркур здесь еще... Блин, ну это круто. Кирилл, стрим идет. Может, это не мне, ладно, не буду отвечать. Так, вы, вам было выдано 5 побед за выживание. Приятной игры. А, бля, не знаю. О, блин, вот эту карту помню вообще по кайфу. Так, погнали. А зомбаков нету? Бля, а зомби вообще нету, я так понял. Или типа есть. Ай, Кока-Кола, ёпта. Вообще четко. Давайте такой скриншотик сделаем. Все, погнали. Так, я вот это помню, кстати, место. Тут еще где-то лифт должен быть, либо это не та карта. Так, давайте бабылику, выживший 5. Так, рандомный зомби стал Лимба. Так, можно найти его все будет, типа. Так, погнали сюда, наверное. Тут уже тупик, я так понял, надо их будем отстреливать его оттуда. Скорее всего. Может звук включить, я не знаю. Давайте я попробую звук включить. Хотя бы на единичку. А, их 2 уже зомби. Так, он должен где-то сюда бежать уже. А, стоп, он по этой стороне бежит, да? Так. Он по этой стороне бежит, или где он? Я его не вижу вообще. А, он сверху. Он где-то сверху. Это хуёво. Что он где-то сверху. Бать, нахуй он своих стреляет? Он долбоёб или чё? Это звук монеток прикольный. Фух, убили, ёпту налево. Фух. Так, они бегут, а чё я их не вижу? А где они? Так, что-то. Это долбоёб, реально. Реально, просто какой-то долбоёб стреляет. Да где эти зомбаки? А, вон он бежит. А, я прострелить не могу. Они сзади бегают. Да, блядь. Иди ты в пизду, блядь, Саша. Что ты стреляешь? Блядь, ёбаный хуй. Ладно, я тебя за зомбаков буду. Так уж и быть. Ну тоже, блядь, скины прикольные такие. Так, давайте команду топ посмотрим. Так. Топ общий. О, я даже на каком-то месте, ёбаный в рот. Прикольно. Так. Какие тут еще команды есть? Класс. Зомби не могут менять класс. Хорошо. Все, погнали.
Когда. Ну тут почти. А, ноль выживших, все. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать, пацаны. Я думаю, вы суть сервера поняли. Всем советую, мне очень понравилось. Если здесь наберется, пацаны, ну, примерно 50 лайков, то я сделаю здесь, возможно, стрим. Поэтому ставьте лайки, заходите, играйте, и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.